Первый день выставки Mopic Russia 2020. С вами retail.ru. У нас в гостях Ирина Ларина. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вам выставка и в целом какие планы у вас на 2020 оставшийся и на 2021 год? Расскажите, что у вас нового? Выставка долгожданная, ее долго откладывали, слава богу, она состоялась, и очень приятно именно в живом общении ее продолжить и некоторые моменты просто возобновить, да, потому что все мы живем в новых условиях и стараемся к ним привыкнуть. Какие планы сейчас? Ну, во-первых, для нас самое интересное сейчас – это стабилизировать все, что связано с сервисом, то есть тот успешный клиентский опыт, который отличает одну компанию от другой, который делает незабываемым посещение, который влюбляет в бренд. И мы понимаем все, когда сами приходим как клиенты, когда сервис есть, а когда его нет. Это очень легко чувствуется. Вот наша задача сделать так, чтобы все приходили и говорили: вот это сервис, вот это да. Я сюда обязательно приду и всем об этом расскажу, как здесь классно и хорошо. Вот наша задача такая – стабилизировать все сервисные технологии, наладить новый образ мышления, наладить новые методики, методологии управления бизнесом, чтобы просто клиенты, чтобы наши гости любили наш бренд. Ирина, спасибо большое за ваш ответ, спасибо за ваш позитив. С вами retail.ru, не переключайтесь.